И только открыв его, ты узнаешь, что внутри. Давай. Это то, что я хотела давно. Это реально очень крутой бокс. И теперь наступит момент истины. Что же будет в этом гаджет-боксе? И будет ли там 12-й айфон? Открываем. Давай. Всем привет, меня зовут Маша. И мои подарки на день рождения продолжаются. Сегодня будет распаковка 7 вот таких классных реал-боксов, которые мне заказали родители. Мы заказали Маше 7 реал-боксов на 7 ноября, на день рождения. И сейчас будет распаковочка. Ссылочку, где мы заказали эти боксики, мы оставим в описании. Вдруг кто-то захочет заказать тоже на подарочки себе вот такие классные боксы. А мы начинаем распаковку и будем смотреть, что находится в каждом из этих боксов. Да. Поехали? Поехали! Я хочу начать с микс-бокс. И смотрите, у нас есть гаджет-бокс, хэппи-бёздэй-бокс, леди-бокс, микс-бокс, винтер-бокс, еще гаджет-бокс и юникорн. Юникорн. Маша начинает распаковку с микс-бокса. Посмотрим, что в этом боксе. Первое, что я буду показывать, это вот такой классный, наверное, сквиш антистресс. Смотрите, а еще он светится. Класс. Дальше вот такая вот сквиши-ручка. Посмотрите, какая классная, милая ручка-мороженка. Просто супер. И мороженка — это сквиш. Класс. Первые подарочки, но они нас уже очень радуют. Угу. Давай дальше, что там? Что это, мед какой-то? Что это? Это бальзам для губ, мед. Медовый бальзам для губ. У тебя такого еще не было, так что пополнение в твою коллекцию. Я вообще очень обожаю бальзам для губ, и это для меня прям супер подарок. Ну что, давай дальше смотрим. Это у нас конфетки. Это, кстати, твои любимые жевательные конфеты и плюс татушки. Класс! Вот это супер. Кстати, в микс-боксе находятся и подарки, и сладости. Угу. Так что это универсальный бокс на подарок. Так. Что еще? Как я понимаю, это крем. Крем клубничный. Для ручек, клубничный. У нас еще такого не было. У нас был банановый крем. И лимонный. А клубнички еще не было. Так что держи еще клубничка тебе. Так. Кит-кат зайчик. Что там еще? Что-то большое. Посмотрите, вот такая вот милая феечка Эльза летающая. И это что это? Что это? Это пауэрбанк. Посмотрите, какой он стильный. Кстати, пауэрбанков много не бывает. Так что это классный подарок. Угу. И вот все, что попалось в микс-боксе. Посмотрите, сколько много классных подарков. Угу. А дальше мы продолжаем распаковку. И Маша выбирает следующий бокс. Гаджет-бокс. Вот этот вот. Я надеюсь, в этом боксе к пауэрбанку попадется 12-й айфончик. Итак, открываем теперь гаджет-бокс. Так. Тут уже много всего интересного мне видно. Первое, что я хотела бы вам показать... Это розовые AirPods. Вот это поворот! Вау, посмотрите, розовые... Розовые, реально розовые AirPods. Смотрите. Розовый чехольчик. Маша, точно 12-й iPhone где-то должен быть тоже в этой коробке. Посмотрите, какая милота. Класс. Ну что, как раз под цвет твоих шариков. Розовые AirPods. Супер. Давай дальше распаковываем. Может быть, реально сейчас попадется айфончик, и эти наушнички мы быстренько к нему подключим. Угу. Следующий подарок — это какая-то очень большая коробочка. Давай. 100% Давай, доставай, доставай. О, вау! Что это? Это. Что это такое? AirPods Pro. Что? Опять! Или что? В огромной такой коробке? Не-не-не, давай посмотрим, что это. Давай. Вау! Ого! Ничего себе! Это огромный AirPods Pro. The Bluetooth device is ready to tell. Это Bluetooth-колонка. Нет слов. Посмотрите, какая стильная, какая классная в виде нового AirPods Pro. Угу. Просто шикарно. Чуть-чуть-чуть. Посмотрите, в этом боксе было реально два очень крутых подарка.
Но мне не терпится открыть вот этот вот Happy Birthday Box, потому что это эксклюзив для всех именинников. Так. Ого! Ничего себе! Ручка с ёжиком! Посмотрите, какой милый ёжик! А еще у меня тут какая-то вкусняшка попалась, а это пицца! Это ручка пицца! Обычная канцелярия, мы ее, кстати, обожаем, и во всех магазинах покупаем все, что находим необычное. А тут в реалбоксах есть вот такая необычная канцелярия. Очень классно! Это книжка какая-то. Это дневник счастливых девочек. Класс, я обожаю вот такие вот дневники. Кстати, прошлый мой уже практически закончился, поэтому я теперь буду писать в новом. Лол. Это же неспроста. Это кукла Лол не может быть. Это ПС. Это твои любимые конфетки ПС? Давай, давай открываем, давай посмотрим. Реально интересно, что это. Так, тут очень много ПС. Именно такие, которые я люблю. И тут, по идее, должна быть куколка, но тут знак вопроса. Давайте посмотрим, что же там прячется. Давай. И... О, смотри, мам! Класс! Это просто супер! Смотрите, это не просто конфетки ПС. Но это еще какой-то сюрприз. Ты никогда не будешь знать, что прячется под вот этим чехольчиком. И только открыв его, ты узнаешь, что внутри. Это очень классные ПС. Мы такие еще, честно говоря, даже не видели. Угу. Это, наверное, новинка какая-то. И посмотрите, какой каталог ПС. Так что Маше могла попасться любая из этих куколок. Просто супер. А Маша уже ПС кушает. Ну что, Happy Birthday Box нас уже очень удивил. Но это еще не все подарки. Да ты что, давай открывай, показывай еще. Тут такая милая открыточка. Всего хорошего. От команды Real Box. С пожеланиями счастливого, сладкого дня рождения. Пусть сбываются самые заветные желания. Спасибо огромное, Real Box. И там еще что-то. Ну давай, что это? Квадрокоптер. Вот это да! И с камерой. Посмотрите, HD-камера, квадрокоптер, это вот такой вот дрон. Я об этом, если честно, просто мечтала. Просто супер, спасибо огромное, Real Box, реально классные боксы. Ну вот реально классные боксы, Real Box. И там еще что-то есть? Да, там... А что это? Открывай. Мне страшно, что это? Открывай, давай смотрим, что в этой коробочке. Что это? Что это может быть? Я не знаю. Это кольцевая лампа. Посмотрите, в этой коробке была кольцевая лампа. Happy Birthday Box просто the best. Посмотрите, дрон, вкусняшки. Канцелярия милая. Кольцевая лампа. Это я просто... Я в шоке. Я в восторге. Я не ожидала, честно говоря. Я тоже. Это очень круто. Посмотрите, сколько всего было в Happy Birthday Box. А мы продолжаем дальше распаковку, потому что впереди у нас еще 4 крутецких бокса. И из этих 4 я выбираю Lady Box. Посмотрите, вот такой вот леди бокс. Тут будет какая-то косметика. Угу. Открываем. Что? Это, я знаю, есть такая маска для глаз. Вот это, такая вот. Это вот такие вот, я так понимаю, как... Да, патчи маска, для глаз. Маска или патчи. Угу. Два в одном. Дальше. Вот такой вот наборчик косметики. Блеск для губ и тени. Чего? Панда какая-то. А, это бальзамчик для губ в виде моей любимой пандочки с ароматом дыни. Ух ты! Я обожаю дыню. Пополнение в твою коллекцию бальзамчиков. Тут две вот такие вот милые ручки-единорожки. Розовенькие, красивенькие, как раз для настоящих леди. О! Что? Это крем-бананчик. У нас был один, это был твой. А это теперь будет мой крем-бананчик.
Крем, я просто обожаю ручек. Кремчики. Кстати, этот крем очень нежный и очень ароматный. Что? Давай. Тангл тизер. Золотая. Посмотрите, золотая тангл тизер. Смотрите, с розовыми щеточками. Маша, это настоящее золото. Это просто настоящее золото тебе в этом боксе попалось. Продолжаем разговор. А еще посмотрите. Тут еще пандочка, а это уже патчи. Это вот такие патчи, пандочки. Это у нас что? Это какой-то конфетти. Посмотрите, какие они разноцветные, переливающиеся, на все случаи жизни пригодится. А что это? Это ручки. Да, которыми можно рисовать на коже боди-арт и создавать разные татушки, рисунки или макияж на лице. Класс. Тут что-то большое. Так, следующий подарочек очень какой-то большой, Маша говорит. И лолипоп. Что это? Лолипоп. Что такое лолипоп? Лолипоп. Давай откроем, посмотрим. Happy every day. И что это? Что это? И в итоге мы собрали. Это вот такая чашечка Starbucks с крышечкой и с трубочкой, которая и на обратном конце ложечка. Просто супер. Мама, там есть еще подарок. Причем это то, что я хотела давно. Что это? Доставай. Ну, в Леди Боксе айфона не может быть, поэтому доставай. Нет, это другое же то, что я очень хотела. Смотри. И что это? О, я поняла, что это такое. Это специальная щеточка для лица, для массажа лица и для очищения. Теперь поняла, почему я так рада. И... Она еще. Нужно нанести какой-то кремчик на лицо, смочить эту щеточку и массажировать ей личико. Смотрите, сколько классных подарков, которые просто поднимают настроение любой девочки. Это реально очень крутой бокс, он мне очень понравился. Что, распаковываем теперь? Unicorn Box. И тут у нас... Это вот такая вот... Тангл тизер. Класс, теперь у тебя две тангл тизер. Золотая и смотрите, какая красивая розовенькая. Что дальше? Пенал с единорогом в виде бутылочки. Так, смотрим, что это? Вертолетик какой-то. Это единорожка. Это такой вентилятор. Класс. Конфетти, сердечки. Это, кажется, что-то большое. Это кажется что-то большое. И что это большое? Там еще встало что-то, что шуршит. Что-то большое. А это я, а я кажется, знаю, что это. Я не знаю. Это такой вот милый, беленький единорожка-ночничок, который можно переключать с помощью вот такого вот удара руки. Он переключает цвет. Класс, мне больше всего нравится красный единорожка. Так, смотрим, что еще в этой коробке. Что-то большое. Я, кажется, знаю, что это. Что это? Чашечка и ложечка. Смотрите, класс. А еще вот такая вот штучка. И крышечка. Чтобы чай не остывал. Это самое нужное, что может быть зимой. Вот, посмотрите, какие подарки были в Unicorn Real Box. А мы продолжаем дальше распаковочку. Осталось два бокса. И я, наверное, открою сначала Winter Box, а потом посмотрим, будет ли в Gadget Box 12-й iPhone или нет. Потому что он очень тяжеленький, и что-то там очень классное внутри точно есть. Поэтому давай открываем Winter Box. И у нас что? Что это? А внутри что? Термос. А внутри, смотрите, какой крутецкий термос. Да, он реально крутой. Давай дальше смотрим. Что? Что там? Наушники. Это вот такие вот классные наушники, чтобы уши не мерзли. Музыку в уши, шапку на наушники и вперед. Пупсокет. Зимний. Что? Какая-то коробочка. Носочки. Ой, не носочки. Эти перчаточки. Но это не просто перчаточки. Это перчаточки, в которых можно управлять телефоном. Да. Поэтому, когда на улице холодно, ты сможешь ответить на звонок, зайти в Инстаграм. А давай проверим. Да.
Вот класс. Это да, до чего техника дошла. Даже в перчатках можно пользоваться сенсорным телефоном. Супер. Mm-hmm. Супер. И еще что еще? Шапочка. Это красивая беленькая шапочка блестящая. Класс. Все, твои ушки теперь будут в тепле, ручки в тепле, теплый чай. Короче, на зиму ты у меня обеспечена. Угу. И вот что попалось в Winterbox от Realbox. А мы переходим к самому интересному, гаджет-боксу. И теперь наступит момент истины. Что же будет в этом гаджет-боксе? Угу. И будет ли там 12-й iPhone? Открываем. Давай. Открываем и смотрим, что же там внутри. Что? Микрофон? Да. А, класс, микрофона у Маши еще точно не было. Вау, он такой красивый. Смотрите, черный. Как раз как Маша любит. Запускаем. Новый год, френдж, новый год, лоб. Снегом засыпет, метель принесет. Он любит лайки, лайки, лайки. Праздник скоро должен нам прийти, прийти. Новый год, френдж, новый год, лоб. Много подарков всем принесет. Он любит лайки, лайки, лайки. Праздник скоро должен нам прийти, прийти. Я давно мечтала о таком микрофоне. Спасибо большое Realbox'ам. Ищем айфончик. Вот такой вот с Эйфелевой башней. Так, что еще? Наушнички. Вау, смотри, какие стильные, красивые. Угу. И... Айфон 12. И это Powerbank. Вот такой вот милый песик Powerbank. А еще в коробочке тут есть еще кое-что. И это 12-й айфон. Только он прозрачный. Новая модель. Новая версия. Шутка. А всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Наша Маша. И всем пока.